Вы в курсе, если человеку внушают, что он может достичь невероятных высот сознания или даже спасти заблудшее человечество, то он попал в секту. Время от времени проповеди с таким подтекстом проходят и в Сочи. Их деятельность пресекается, но лидеры тоталитарных и деструктивных сект не дремлют. Как известно, кризис – время активизации шарлатанов. Главное не попасться в их сети, ведь стать членом той или иной секты в конце-то концов опасно для жизни. Здравствуйте, я Инга Габиша, это программа «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Сегодня проанализировать ситуацию с деятельностью сект в Сочи мы попросили заместителя директора департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями администрации города Сочи Татьяну Катаниди. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, свидетели Иеговы, члены общества спасения землян, последователи бога Кузи, которому тысячу доверчивых и легковнушаемых людей долгое время несли деньги, а в итоге подверглись насилию. Все эти люди, а вернее лидеры разных движений, прикрываются в том числе и православными учениями. Поэтому давайте вот в первую очередь определим, даже разграничим, вот как отличить секту от других течений, объединений, религиозных направлений. Ну, в первую очередь хотелось бы отметить такой момент, что само понятие секта произошло не сегодня и не вчера. Это достаточно древнее понятие, которое было еще во время Римской империи и означало противопоставление себя другим основному учению. То есть это маленькая группа людей, которые не желают принимать те устои, которые есть в обществе, в котором она находится, и тем самым создает свои те или иные взгляды. Mm-hmm. И таких сторонников достаточно мало, ну, то есть, чтобы вы понимали, что это небольшая группа людей, которая отходит от основных верований, традиционных ценностей. Mm-hmm. Достаточно замкнутые группы. Стоит отметить, что термин «секта» сам упоминается не с точки зрения, мы не употребляем его в юриспруденции, и в законодательстве Российской Федерации вы этот термин не увидите. Mm-hmm. Этот термин достаточно широко распространен либо в социологии, либо в психологии. В плане того, какие последствия влияние на психологическую составляющую человека, самого сказывается то или иное учение. То есть это две взаимосвязывающие науки, которые изучают понятие секта. В современной именно юриспруденции и в законодательстве Российской Федерации используются такие понятия, как новые религиозные движения, новые общественные движения, указывают тот временной период, сколько та или иная группа существует. Естественно, с понятием секта у нас больше понимается новые религиозные учения, движения, связанные и непосредственно противопоставляющие себя традиционным религия, те, которые уже существуют достаточно длительный промежуток времени. Последователи той или иной секты завлекают на свои собрания, маскируясь, вот как мы сейчас и сказали, да, в том числе и под традиционные движения. На что нужно обратить внимание вот в таких беседах, что должно насторожить, послужить сигналом тому, что не о том говорят? С вами здесь правильно было сказано, что в период экономического кризиса всегда возникает активизация подобных явлений. И то, что касается в целом Российской Федерации, да, то не будем забывать, после распада Советского Союза, после периода атеистичного советского периода, на территории Российской Федерации возник пик вообще роста различных религиозных идей, учений, верований. Мало того, нестабильная экономическая ситуация, политическая, в последующем первая чеченская, вторая чеченская кампания, когда люди не знали вообще, как себя вести, и вот этот вот духовный вакуум необходимо было заполнять. Люди достаточно малограмотные в плане религиозных верований и учений, и тем самым легко поддающиеся тому или иному влиянию. Таким образом, мы
понимаем и сложившуюся ситуацию, и принимаем это, когда, ну, говорят о том, что у нас там страна православная, да, у нас представлены традиционные конфессии, да, это все хорошо. Но кто знает все каноны, да, традиционных этих учений? К сожалению, единицы. И таким образом очень легко попасться на удочку. То, что касается нынешней ситуации, в принципе, она ничем не отличается от России 90-х, начала 2000-х. А в первую очередь это подвержено молодежь. Были ли случаи, что приходилось спасать молодежь и вызволять кого-то из опасных сект? Были случаи не только связанные с молодежью, были случаи и с достаточно взрослыми уже людьми, состоявшимися, да, которые были подвержены со стороны влияния своих жен, своих братьев либо сестер. То есть и таких случаев было немало. Удавалось помочь, оказать протянуть руку помощи людям. И сейчас вот они живут нормально, как бы, и благодарят нас за то, что мы вытащили из той или иной организации. А как вытаскиваете? Вот, в первую очередь это влияние семьи. В первую очередь, когда родители обращают внимание, что с их ребенком что-то не так, когда ребенок говорит о том, что если вы не разделяете моих учений, я не разделяю ваших учений, ваших традиционных ценностей, они с моими никак не соприкасаются, и в таком случае мне проще уйти в группу, где меня понимают, где мне хорошо, вот. И родители, видя это, начинают бить первые звоночки, первые сигналы. То есть, и, естественно, начинается уделение внимания больше самому сыну, дочери, да, ребенку. И таким образом, плюс ко всему прочему, подключают и психолога, потому что без психолога уже в данной ситуации никак не обойтись. Если есть у человека, у семьи духовник, то, естественно, подключают и духовника, но его уже подключают в последний момент по одной простой причине, что это все-таки в первую очередь работа внутри семьи. Почему, опять же, в первую очередь попадает под влияние молодежь? А в основном есть определенные возрастные, опять же, ну, с точки зрения психологии, если рассматривать, определенный возраст, когда человек хочет достичь непредельных высот. И, к сожалению, так называемый юношеский максимализм. Юношеский максимализм в современной среде, вот именно если мы берем обычную среду, да, его нахождения, то он не всегда оправдает тот свой юношеский максимализм. А здесь ему рассказывают о том, что, видишь, у тебя же здесь не получается. И это мир не для тебя. А вот есть другой мир, более хороший, более там правильный. Все у тебя будет в розовом свете. Но на самом деле, и уже когда туда попадает, и у тебя будет возможность реализовать себя. И когда уже человек туда попадает, то есть даже если он понимает, что все далеко не так, то есть мир, который ему рисуют внутри группы, это положительный, а то, что за ее пределами, это уже все покрыто мраком и ничего хорошего не светит, то очень трудно вырваться, на самом деле, очень трудно. Вот с начала года у нас в Сочи уже было 6 попыток суицида. Всех ребят, конечно же, слава богу, удалось спасти, но известно, может, кто-то из них был связан с сектантами. Ну, данные факты мы не разглашаем, да, но, однако, хочется отметить такой момент, что очень достаточно приличное количество родителей, которые попадают в ту или иную секту, начинают приводить с маленького возраста и своих детей. Вот. Это не сильно заметна разница, когда ребенок находится с первого, ну, где-то до пятого класса, да? А когда уже идут моменты самовыражения, то, естественно, данный ребенок очень сильно отличается от своих сверстников. И тем самым он не может понять, то есть он становится в таком маргинальном положении, да? То есть он не может примкнуть и к этой группе, потому что
куда он ходит, ему говорят, ну, это неправильно. И те ребята, которые живут, это неправильно они живут. И в то же время он не может отойти от другой группы, ну, и проникнуть туда. Таким образом, вот получается столкновение культур. И вот представляете, для маленького растущего организма, который познает этот мир, да, который, да, как губка должен впитывать это все. И он, вот я же говорю, вот это вот маргинальное положение, естественно, оно влияет на дальнейшее психологическое развитие самих ребят. Вот известны в Сочи случаи, когда последователи определенных организаций вербовали местных студентов в свои ряды. Вот один из последних случаев, студент одного сочинского вуза вовлек в ИГИЛ двух сестер. Педагогов как-то ориентируют на то, чтобы они держали ухо востро, чтобы обращали внимание на все эти, на экстремистское поведение своих воспитанников? И педагогов, и не только высших учебных заведений, но и среднепрофессиональных, и общеобразовательных учебных учреждений, и дошкольных учебных учреждений, потому что были случаи, представляете, распространения литературы экстремистского содержания, которая уже была признана в соответствии с решением суда, экстремистская, среди маленьких деток со стороны, если я не ошибаюсь, по-моему, повара. Вот. Различные случаи были. Это было в 2009 году, то есть такой год, ну, 2009-2010 года. Вот. На самом деле ведется большая работа, встречи с директорами, встречи и с завучами по воспитательной работе, встречи и с психологами, которые ведут свою практическую деятельность на территориях тех или иных учебных учреждений, и со службами безопасности. А то, что касается в целом вот ИГИЛа, да, распространения и через сеть интернет, то опять же вот можно вернуться к предыдущей реплике моей. Молодежь желает чего? Благополучия, да, мы все видим средств массовой информации, есть такое понятие, как влияние массовых культур на развитие личности, да, и массовая культура нам показывает что? Нам показывает дорогие автомобили, дорогую одежду, то, что касается именно ислама, это женщины в дорогих украшениях, в дорогих нарядах, то есть и как бы проводят беззаботную жизнь, да, и естественно, если мы соприкоснемся с действующей реальностью, то мы понимаем, что нам нужно трудиться. От этого идет такое разочарование. Представляете, подростку 17, 18, 19 лет, как это так? Ведь по телевизору, в интернете показывают, что это достаточно легко, все зарабатывается. А здесь, оказывается, нужно прикладывать усилия, и усилия не маленькие, и выхлоп из этого будет, ну, крайне мизерный. То есть вообще с моими мечтами абсолютно не соприкасно. И тут получается, легкий путь предлагают, да, говорят о том, что вы знаете, ну вас же здесь не воспринимают, вам здесь ничем никак и не помогут. И как вы планируете жить дальше? Там, как в фильме, знаете, копить сначала на холодильник, потом там, на телевизор, потом на мягкую мебель. Нет, а мы вам вот предлагаем абсолютно другое. И человека, только нужно тебе поехать туда-то, туда, и все, и будет все хорошо. Но вот, как известно, они, эти люди, они уже ушли с улиц и работают в соцсетях, вот занимаются такой вербовкой. А есть ли там же в интернете вот полезная информация у нас здесь в Сочи о тех же кружках по интересам? Вот если они ушли в соцсети, то, может, и нам стоит общаться с детьми там? В сентябре месяце была интересная очень международная конференция СМИ, средств массовой информации, где были представлены такие страны, как Израиль, Ирак, Иран, Турция, Армения, Азербайджан. И там ставился как раз вопрос, кстати, проходила она здесь у нас в Сочи, в Дагомысе, и ставился вопрос о том, что как вести контрпропаганду, связанную с экстремизмом, ну, противодействием экстремистской и террористическим организациям. И все, к сожалению, пришли вот к какому выводу, что мы не ведем речи уже о тех людях, которые малограмотные и просто внушают своими проповедями. Мы ведем уже
такое противостояние с далеко образованными, грамотными людьми, и их пиар-действия идут на не только на 1-2 шага вперед, а на значительное количество шагов вперед. Было отработано и собрано там материалы, резолюции о том, как в дальнейшем вести работу. Все как бы пришли к такому выводу, что в настоящий момент у нас то есть телевизор уже, скажем так, не так смотрят, да, а основной акцент это на интернет, распространение контрпропаганды именно через социальные сети, через в целом интернет, странички, составление страничек. Что касается у нас по городу Сочи, у нас, к сожалению, еще пока такой странички нет. Но мы сейчас вот совместно там, с управлением молодежной политики, с управлением образования и науки решаем и пытаемся свести общее количество мероприятий, которые будут именно направлены на противодействие экстремистской деятельности, противодействие там, антинарко и так далее. Потому что когда мы говорим о всех, скажем так, о социальных явлениях, да, мы не можем разграничивать и какие-то мероприятия, это вот против, направленные против употребления наркотиков, здесь против экстремистской деятельности. Основная задача заинтересовать и задействовать молодежь как можно больше в различных мероприятиях. Когда у них будет времени, мало будет времени на глупости, да, ну, скажем, мало свободного времени на то, чтобы погрузиться в какое-то свое самообразование, где они не каждый сможет отсеять и поставить фильтр по восприятию той информации, которая ему поступает извне, то есть нам сейчас не о чем говорить. То есть это должны быть слаженные единые действия, которые в целом направлены на, на асоциальные проявления. Вот тогда мы можем о чем-то говорить. И в том числе будем работать, ну, как бы и по соцсетям. У нас есть, мы мониторим эти все соцсети, у нас как бы имеются специальные даже отделы, которые занимаются работой в интернете, но, к сожалению, эта работа недостаточно налажена. Ну, эта работа должна вестись в том числе и в рамках краевой программы, которая реализуется в нашем городе «Дети Кубани», да? Вот главная ее задача – духовно-нравственное развитие молодежи Кубани, а также то, о чем мы говорим, информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики. Это один из аспектов, в том числе, плюс ко всему прочему. У нас в начале этого года одним из первых документов было подписан правительством Российской Федерации о воспитании чувств патриотизма. И данные координаторы, это вообще стратегия, стал департамент молодежной политики в целом, в том числе, как и у нас здесь в крае. И на самом деле реализуется большое количество мероприятий, но нужно это все более детально все систематизировать. Однозначно. Ну, еще главная работа ведется. А есть ли у нас в городе организации, которые сотрудничают с тоталитарными сектами? Как известно, это могут быть кафе, магазины, даже детские сады, образовательные центры. Вот мониторите эту ситуацию? Мы мониторим эту ситуацию. У нас в 2010 году, до 2010 года, могу сказать следующее, что общеобразовательные учебные учреждения сотрудничали с общественными организациями, потому что многие религиозные организации достаточно трудно сейчас зарегистрироваться в Минюсте, они перепрофилировались в благотворительные фонды, в общем, в основном направленные на оказание содействия алко, наркозависимым, профилактику табакокурения и так далее. Под видом вот этих благотворительных социальных программ уникали вообще образовательные школы, учреждения, детские сады, и там проводили свою программу да, по, другую, ту, да, да. Которую заявили. У нас такие случаи были, и 2010 год поставил точку в том плане, что общественные общеобразовательные учебные учреждения запрещено взаимосотрудничество с общественными организациями различного характера. То есть это не обязательно относящееся там, к новым религиозным движениям,
к традиционным конфессиям. Да, в принципе. Угу. Если есть такие моменты и есть формат общения, как круглые столы, конференции, пожалуйста, приглашайте туда. Ну, мы отработали такой механизм, что нас ставят в известность, кого приглашают, как приглашают. То есть однозначно это все работает, и взаимодействие есть. А вот до 2010 года такие случаи были. Вот проводились у нас одно время родительские собрания «Осторожно, секты», где доступно рассказывали об опасной деятельности тоталитарных и деструктивных сект. Какие пути противостояния сектам вот есть у нас сейчас? Значит, то, что вы говорите, родительские собрания, это был у нас проект с Ивановым Вадимом, который был в тот период директором муниципального казенного учреждения Центра досуга детей и молодежи. Им была разработана большая программа по профилактике экстремистской деятельности, в том числе и, да, был одним из пунктов, включена под программа «Осторожно, секта», где специально обученная молодежь, хочу заметить, что это были люди, студенты, проводили лекции, когда собирались родители различных поколений, различных классов, и им читались эти лекции. В настоящий момент такая практика немножко приостановлена, потому что студенты уже далеко не студенты, а уже родители, им нужно кормить свою семью. Вот. А, к сожалению, за эту работу не платят. Таких волонтеров. Да, да. Вот. Всегда найдешь. В настоящий момент уже в рамках самих школ есть определенные программы, есть изданные при Управлении образования и науки специальные приказы, где, не могу сказать, там, в какой определенный период времени, да, читаются лекции, еще раз рассказывается, доводится информация до родителей, то есть еще раз информируется по поводу пользования учащимися интернета, интернет-ресурсов, различных сайтов. Вот, и это уже лекции подобного плана проводятся внутри самих общеобразовательных учреждений. Да, но сами методические пособия вот были тогда разработаны вот этим Центром досуга детей и молодежи, с которым мы очень плодотворно работали. На тот период даже были сделаны и контрольные закупки некоторых книг, которые в последующем были признаны экстремистскими. То есть и мониторинг интернета, социальных сетей, то есть страничек, то, ну, достаточно большая работа была проделана, и им на самом деле огромное-огромное спасибо, потому что благодаря им многих негативных моментов удалось избежать. Ну и сейчас профилактические мероприятия. Сейчас профилактические мероприятия, они не останавливаются, они продолжаются, но, я же говорю, хотелось бы вот в более таком масштабе, чтобы они были. Ну, я говорю, не всегда, очень трудно подобрать людей, потому что, когда начинаешь общаться, вот очень приятно, в Лазаревском районе, да, есть колледж, где сам директор колледжа занимается патриотическим воспитанием. И у него там создан свой музей, то есть он может сам там рассказывать не только об истории, там, но и по многим моментам. Они там на 9 мая ездят на раскопки. И студентов это очень интересует. На самом деле сейчас нынешнюю молодежь заинтересовать чем-то очень-очень проблематично. А здесь и там видна очень большая работа на самом деле. Если бы у нас при каждом вузе, а у нас их не так уж и мало, были созданы подобного рода кружки по патриотическому воспитанию, которые бы закладывали, просто-напросто закладывали основные понятия, что такое Родина, как, чем наша страна славится, достучаться до каждого — это очень трудно. Пожелаем руководителям тех же вузов задуматься над этим вопросом. Да. Постсоветские, псевдобиблейские, псевдоиндуистские, псевдобуддийские, оккультные, коммерческие и даже педагогические. Психокультуры, имеются в виду тренинги личностного роста, которые тоже являются оккультными учениями и которые стали почти нормой в крупных корпорациях. Сегодня в России более 80 организаций, которые признаны сектами. Многие их лидеры осуждены по серьезным уголовным статьям. Сотни их последователей вернулись к обычной жизни, устроились на работу, вспомнили о забытых родителях и детях. Но миллионы граждан все еще посещают собрания братьев и сестер и отвозят туда свои последние сбережения и пенсию.
Схемы вовлечения в секты известны. Учитесь противостоять. На этом я с вами прощаюсь. Будьте в курсе и всего вам самого доброго. Татьяна, вам спасибо огромное за очень познавательную, интересную беседу. Всего вам доброго. До свидания.